Огромным количеством видеопросмотров, которые были сегодня использованы арбитром. Вот исходя из сегодняшнего матча, польза, вред, насколько вообще они были оправданы и не многовато ли все-таки, недолговато ли приходится игрокам на минус стоять? Ну, на мой взгляд, я не очень вообще люблю VAR, и я не голосую за него, потому что, на мой взгляд, даже каким он правильным не был, и я даже не говорю про то, что были спорные моменты, которые были не в нашу пользу, это затягивает время, и ты успеваешь остыть, и тебе как бы заново уходить в игру, заново уходить в голос, поэтому для меня затяжки такие были. Отлично. Что скажешь по сегодняшнему матчу? Вообще справедлив ли результат 1-1? Могло бы быть лучше, могло бы быть хуже. Как все протекало, расскажи. Ну, игра была тяжелая, было очень много борьбы. Практически всю игру была борьба, такая была закрытая, но игру могли решить вот эти микромоменты, которые в итоге смотрелись паром и, опять же, повторюсь, не были приняты в нашу пользу, но, на мой взгляд, мне кажется, мы были немного ближе к победе. А тут вот второй эпизод, да, когда был использован VAR, вот падение штрафной Ари, все-таки, ну, понятно, что арбитр посмотрел, понятно, что он там увидел пенальти. На ваш взгляд, у вас, наверное, есть своя точка зрения по этому эпизоду, какова она? На мой взгляд, там не было пенальти, потому что это рассудили как флоп, потому что Ваня разогнался и с разбега ударился в Ари, но, на мой взгляд, он принял меня далеко, и он никогда ее не доставал, то есть это такой стык, который ни к чему бы не привел, и мне кажется, это не будет. Теперь надо диктором работать, у тебя такой красивый голос, честно. Да, можно еще один вопрос? Скажите, ну, закончится, ну, как бы, вот эта пауза на зимний сезон уходит, вот, как оцениваете выступление команды вот на данной период? Положительно, отрицательно? Нам, конечно, хочется выиграть каждую игру, поэтому я думаю, что мы все равно недовольны результатом. Во многих играх мы бездарно потеряли очки, где могли сыграть лучше, поэтому сейчас у нас еще не конец сезона, у нас еще одна игра, мы еще никуда не уходим, вот, но сезон могли бы и закончить лучше. Постарайтесь, да? Спасибо, удачи. Удачи.